Антон, добрый день. Александр меня зовут. Звонком отрывать твое драгоценное время не стал. Решил записать аудио, чтобы вживую, живым голосом выразить слова благодарности за твой труд, твои ролики. Мой компьютер возрастной, уже плохо обучаемый, я имею в виду голову. Но кое-что я уже опробовал и хотел поделиться. В магазинах и аптеках, где не продают без масок, я просто молчком уходил в другой магазин, там, где продают, чтобы не спорить и не ссориться. Но, услышав твои слова, слова «я хочу», я решил протестировать, получится у меня что-то или не получится. Мне нужен был препарат, и я пошел в ту аптеку, где мне всегда отказывали. Сейчас это я, конечно, понимаю, что мною овладела месть, но я точно знал, что там мне без маски ничего не продадут. Диалог выглядел примерно так. Я не успел договорить слово, фразу «добрый день», мне из-за стекла поступила команда «масочку оденьте». Я говорю: «да мне всего лишь препарат нужен, больше не надо ничего». «Масочку оденьте». «Да мне, у меня нету масочки, я хотел», уже громко и грозно, «без маски я с вами не разговаривать не буду и обслуживать не буду». А я говорю: «а я хочу без маски». Она, не дослушав меня, уходит за стеклянную, ну, за стеклом, за витриной. Я вижу, что она там ходит, что-то достает, что-то вкладывает в пакетик, подходит к окну, кладет на прилавок пакетик и раздраженно так: «вот маска, оденьте». Я тоже уже погромче, чтобы она меня слышала и понимала. «Вот здесь, — говорю, — и сейчас вы пытаетесь принудить меня». Она не дала договорить. «Да что вы уже хотите?» Раздраженно так, это почти истерично. А я говорю: «я хочу ил, дозировочка пятерка, две упаковочки». Она молча уходит за стеклом, вижу, что ящички открывает, что-то достает, что-то там бурчит, по смыслу понимаю, что упаковочка только одна, называет цену, я стараюсь рассчитаться без сдачи. Вот что-то там я еще спросил у нее, два каких-то препарата, она сразу, не заглядывая ни в ящички, ни в компьютер, сразу сказала, что нету. Короче, я рассчитался, она подает мне чек и этот коробочку. Я замечаю из-за маски, что вроде как какая-то улыбка, и глаза добрые стали. Подает мне коробочку, я говорю: «спасибо». Она, вижу, через маску я вижу, что она добродушно улыбается и с добром в голосе так говорит: «здоровья вам». Я говорю: «благодарствую». И ушел. Но какая до у меня на душе творилось добро, тепло, светло, радость. То вот человек это поговорил, и вижу, что в ней что-то переменилось. Ну вот, думаю, что получилось у меня. Ну, благодарствую, Антон, за твои ролики, за то, что ты есть. Здоровья тебе на долгие годы. Пусть больше людей узнают и применяют на практике. Всем добра, тепла, уюта.